Добрый день, дорогие друзья! С вами Юлия Трунина и интернет-магазин перьевых ручек retropen.ru. Сегодня у нас на обзоре супербольшая и тяжелая перьевая ручка Дженхао Леопард. Смотрите, вот эта ручка по сравнению с ручкой Дженхао Дракон. Смотрите, насколько больше, и она намного тяжелее. Вот она по сравнению с Дженхао 159. Ну и вот она по сравнению с Винсанг 235. Сейчас я эту ручку специально взвешу, чтобы вы оценили ее вес. Ну-ка, давай делайся. Ноль. Вес этой ручки в колпачке 154,45 грамм. 154,5. А для сравнения, вес ручки Дженхао Дракон в колпачке 83 грамма, 83,06. И вес этой ручки без колпачка 77,14 грамм. Если колпачок надеть сзади, не особо он держится. Но если бы он держался, было бы писать очень неудобно, потому что ручка становилась бы просто сверхдлинной. Перо здесь М. Сейчас посмотрим, кстати, размер пера. Мне кажется, здесь перо больше, чем у дракона. Да, перо больше, чем у ручки дракон. И вообще оно похоже на перо Дженхао 159. Да, очень похоже, и фидер тоже похож, но грип-секция тоньше. Выдергивать, сравнивать не буду, перо ручка новая, мне что-то жалко ее потрошить. Заправка, как и у большинства Дженхао, съемный поршневый конвертер. Сейчас заправлю ручку, посмотрим, как она пишет. Чернила Кэмлин черненькие. Опускаю до упора поршень, погружаю ручку в чернила, поднимаю поршень. Чернил налилось сколько-то мне достаточно. Снимаю салфеточкой излишки. Кому нужно больше чернил, первую порцию выливаем, набираем вторую, но здесь, поверьте, немало. Вот они вышли из фидера. Вторая порция обычно получается больше. Пробую писать. Перьевая ручка. Дженхао. Леопард. Перо М. 0,75 миллиметров. Пишет гладко. Корпус металл. Тяжелый. Заправка. Съемный поршневый конвертер. Картриджи International тоже подходят. Перо открытое. Сталь с позолотой. Колпачок, по-моему, закручивается. Сейчас, да, закручивается. Вот такая вот ручка. Если кто любит экстравагантные пишущие инструменты или в подарок, прекрасный вариант. Смотрите, какие у леопарда красивые зеленые глазки и милая мордочка. Почерк крупно,
Спасибо, что смотрели меня. Хорошего дня. До следующего ролика.